Ничто не предвещало беды. Именно так можно охарактеризовать игру СКЧФ против «Беркута» из Армянска. Севастополи начали матч в своей привычной манере. Много владели мячом и один за другим создавали опасные моменты. Уже на 5-й минуте центр-форвард Евгений Прокопенко со штрафной линии точным ударом открывает счет в матче. Быстрый и эффектный гол команда отметила победным танцем. До конца матча счет оставался прежним, с преимуществом в сторону СКЧФ «Севастополь». Было видно, что севастопольцы старались сохранить счет, а не приумножить его. Впрочем, атаки продолжались, но как-то не особо выходило. Тем временем матч подходил к концу, и, казалось бы, дело сделано, оставалось только дождаться финального свистка арбитра. Однако на 90-й минуте главный судья матча Александр Пономарев назначает несколько минут компенсированного времени. И, о чудо, «Беркут» сравнивает счет в матче. Лино Рахунов из-за предела штрафной пробивает в правый угол. Голкипер севастопольцев Сергей Науменко не успел среагировать и пропустил досадный мяч. СКЧФ бросает все силы в атаку, но в результате получает еще один гол в свои ворота. Сергей Гостев реализовал выход 1-1 с Сергеем Науменко, и счет стал 2-1. Что сказать, севастопольцы умеют удивлять. Исполняющий обязанности главного тренера СКЧФ «Севастополь» посетовал на футболистов, которые к концу игры порядком расслабились и потеряли бдительность. Впечатления плохие, скажем так. Быстрый гол забили, сыграл он злую шутку. Наверное, поверили в победу. Но матч длится 90 с лишним. И 100 минут, вот, поэтому надо играть до конца. Разладилась игра, было много ошибок тактических, дисциплина игровая не соблюдалась часто. Команда «Беркут» хотела победить, победила. Кто вышел, те должны были сыграть на 100% и побеждать. Настраивались мы на победу. Вот, ну, значит, не получилось забить, будем разбираться, ошибки. Посмотрим. Достаточно, да, жестко проходила игра, и 3 человека мы вынуждены были заменить. Что ж, остается только поздравить команду из Армянска. К слову, победа над севастопольцами стала второй за 18 матчей, сыгранных командой «Беркут» в премьер-лиге Крымского футбольного союза. Иван Клепачев, Севинформбюро.